И всем привет! Сегодня мы находимся в PUBG New State, где вышло долгожданное, крупное, самое большое за всю историю игры обновление. Я больше всему рад, что не лагает лобби. Оно не лагает, понимаете? Вы заходите в любую вкладку, тот же пропуск, у вас никаких проблем... это уже соединение с сервером. Это не проблема с оптимизацией. С оптимизацией проблем нет. Вы можете куда хотите заходить, то ли инвентарь, то ли... Не знаю, куда-нибудь, и у вас не будет той самой задержки, что была раньше. Это единственное нововведение, которое мне нравится. Это новое лобби. Добавилась новая вкладочка о персонаже. Что она значит? Что это? Это Firelight 84? Вот этот персонаж, на самом деле, мне нравится. И Тихоня Ди тоже прикольно. Ну, Сэм Берри вообще, его никто не превзойдет. Это легендарный персонаж. Ну, давайте посмотрим, зайдем в катку и посмотрим, что из себя этот режим представляет. Матч сразу найден. Надеюсь, кастомизацию мне менять не надо будет. И псы, которые орут у меня под окном, там три собачки играются. Ай, они не хотят уходить. О, вот это мощный трек. Давай тебя. Имба, мне нравится трек. И? Побежали. Вау. Мне нравится, как она двигается. Блин, красиво. С графикой у New State всегда никаких проблем не было. О, машинки! Два джампа есть, которые перезаряжаются. О, я могу свой скин взять. Мне мой больше нравится. А здесь ничего нет, да? Опа, новый баг. Ну или это небольшой лаг куртки. Блин, прикольно, мне нравится. Это лучше, чем Firelight. Чисто даже графикой. А, прыгаем, что? Мы прыгаем. А сколько команд играет? 40 человек. 40 человек играет. Итак, что у нас по раскладке, по разлетке? У нас один человек здесь с нами будет. А где мне брать дроп? Я не знаю. Что это за щит? Ну все, меня уже никто не поднимет. А, можно переродиться. Блин, прикольно, мне нравится. Звук запаздывает.
Тут зона есть. Поэтому в зону надо. Получается 80 игроков, если так посчитать. Звуки есть персонажа на каждое действие. Щит сломал. Сидел, ждал. А как дроп? Калаш и, в принципе, ничего нового. О, у него на самом деле дроп хороший был. ОП. Я могу его модифицировать. Немножко подсосали. Сдаемся, там уже меня не поднимут, главное, типа за собой забрал. Ну что могу сказать, мне режим нравится, однозначно буду делать дальше видосы, но, к сожалению, сейчас вынужден буду завершить видос. Если вам понравилось, то лайк, подписка, я продолжу выпускать видосы по такому уже нью-стейту.